Друзья, ну что ж, мы продолжаем выживать в игре State of Decay 2. И я сейчас немножко занят, потому что у нас нападение. Я сейчас быстренько сейчас отобьюсь. И можно будет поиграть, застрелить зомби из арбалета, да? Так, ну они вроде у меня все вооружены. У нас вроде 4 человека. Блин. Бам, бам. Тыш. Так. Все? Так. Они все там. Вот так вот. Вот такие вот делишки. Так. Бам. Блин, опять ночь. Ладно. Уничтожьте остальных зомби. Откуда эти звуки достаются? Все? It's over. And we're going to see another day. Отлично, да. Что? Не может не радовать. Так, берем арбалетик. Пистолетик, арбалетик. Пистолет у нас с глушителем. Блин, он какой-то уже весь этот потрепанный. Ладно. Что у нас вообще происходит? Я уже забыл совсем. Так, застрелить зомби из винтовки. Есть у нас... Назначить лидера надо, да? Кто-то у нас готов стать лидером вообще? Так. А у нас нету человека, который бы мог стать лидером. Так, хорошо, 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 хорошо. Ладно, погнали тогда. Куда-нибудь сюда еще раз съездим. Добьем это местечко. Местечко. Тут у нас что вообще происходит? Тут какой-то домик еще есть, да? Короче, сгоняем сейчас по пути, там всякое какое-нибудь задание дадут еще. Тип, правда, какой-то полуживой. Ну ничего. Плюс там скопления какие-то надо уничтожать, но по мере поступления будем смотреть. Так, что здесь по бензику? По бензику все ништяк. Вроде тачка живая, но закинем сюда. Хотя нафиг надо, поехали. Единственное, вот двери нету. Здесь что? Всяко здесь что-то есть. Еще раз уже проезжал. Отлично. Так, ну и что? Ага. Ну, подходит. Ну, чё ты, дружище, назад-то садишься? Не получается у меня, к сожалению, выкидывать видосы каждый день. Да и смотреть их, наверное, никто не будет каждый день. Воу, как её заносит. So
Так, алый коготь. Стая идет в... куда-то. Так, а здесь ничего нету, да? Понятно. Нам нужно больше материалов найти бы. Вау. Что я там слышу? Про пожарную... Ой, про полицейскую тачку я не забыл. Я бы ее, конечно, взял. Так, чисто пофаниться. Их даже две, по-моему. Как говорится, только сел что-то записать в эту... И сразу же звонят с работы. Так, ну чё, вы будете умирать, я буду попадать или нет? Нужно убить 25 зомби. Вот так вот выполнил. Можно сходить забрать. Забрать награду. Блин, жалко, тут нельзя на буксир брать тачку. Я бы вот забрал тут пару машин. Отсюда. Space for Liz. Так, а здесь что происходит? Так. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, еще один, да? Еще кто-то? Так, ага. Вот. Вот такие вот дела у нас здесь происходят. Скоро будет обновление. Я думаю, все, кто следит за этой игрой, интересуется, в курсе уже насчет него, говорят, будет большое. Интересно будет посмотреть, что там будет. Полный список. Так. Сундучок где? Наверху. Зашибись, блин. Так, и чё? Ты куда идёшь? Устал, дружище, да? Да-да-да, catch your breath. Нате. Еще один. Да, блин. Стрелу мою забрал. Так, этот тип у нас что-то изрядно устал, надо будет его поменять. Посмотрим, что здесь есть. Блин, надо было мешок скинуть. Вот почему я он устает. Точно. И я слышу там какое-то это.
О, садоводство есть. Семечки. А места нет, некуда поставить, положить. Окей, сейчас это тачку. Ой, там джиггернаут. Как весело. Так, это сюда, сюда. Ага. Нормально. Нормально, короче. Так, а здесь что? Не хотелось бы привлекать внимание этого джиггернаута, это вообще лишнее. Хотя... А что такое? Я могу их стакать, кстати? Да, ништяк. Так, пойдем отвезем это все. Наверх надо подняться. Вон там толпа тусуется. Так, ну что ж, что ж, давайте скидываем все говно. Так, хорошо. А, по-моему, здесь я могу поменять человека же, да? Хотя нет, лучше съездить, отвезти эти рюкзачки. Поговорите, так, поговорите с Антони, жителем ранчо. Пора узнать побольше о соседях. Ой-ой-ой-ой. Двери мне все выломали. Все, убил я его, да? Так, вот эту вот мразь надо сбить. Так, хорошо. И что дальше-то? Да, хорошо. Долетит, интересно. Блин. Всегда, блин, забавляет, как он умирает. Тип падает и лопается. Так, поговорить с жителями раньше. Что-то у меня... Так, учебник по химии. Maybe there's a use for this. Ага. We can breathe. No more zeds. We Так, need to deal with these infestations now. Отлично. Опасное скопление одна штука. И что там сверху-то, кстати? По-моему, здесь, да? Ага. Да, надо этого. Типа на базу вывести. Блин, жалко, конечно, что мы не нашли. Так, а что тут есть еще? Найти ресурсы. Вот, давайте съездим хотя бы.
Найдем немножко материалов. Это мне пригодится. Вот здесь, да? Поговорить. Оу. А там Джиггернаут ходит. Давай сходим, поговорим. Что, съездим точнее. Они хотели поговорить. Я пришел поговорить. Juggernaut here. Так, что случилось? Так, советую действовать осторожно. Среди наших соседей есть странные люди, и ныне код могут о них рассказать побольше. Окей. Окей, он сюда пришел. Ладно, блин, опять эта хрень происходит со мной. Типа, я вообще выбраться-то отсюда смогу? Бам! Ага. Вы можете, ребята, типа его убить там или что? Ой. Там вообще трэш какой-то. Дай-ка мне выйти отсюда. Я в этом не участвую. Блин, я еще специально тачку, значит, я отогнал. Ага. В этой хрен, он уже покраснел прям. Кстати, типа сдохнут вообще все. Да. Что-то он слишком бешено себя ведет, если честно. Напрягает он меня, блин. А чё такое? Почему? Я поехал, короче, отсюда. А чё у меня заражение такое резкое пошло? Ладно, до свидания. Так, вот это вот, что за типы здесь трутся, вот, я понять не могу.
Да хрена их что-то. И откуда они идут, интересно? Так. Понятно. Все, давайте этого типа на койку. Так, где-то жила моя тетка. Так, тетку сейчас еще будем твою искать, да? Понятненько. Что тебе дать? Такую. Каким оружием? Точность, дальность, сила. Вот это дадим. И все. Тебе этого хватит. Так, посетить. Ага, все. Так, кого взять? Конора. Стрельба. Метка. Так, что ему возьмем? Так, ускорение перезарядки. Позволяет чинить заклинившее оружие. И меткая стрельба улучшает устойчивость, проникающую способность и... расчленение. Доступна способность выстрел наверняка. Что это такое вообще? Так, обращение оружия. Может быть, меткую стрельбу возьмем? Все выстрелы пробивают врагов насквозь. Интересно. Так, перечись на Конор, вы отмените задание шериф знакомства с соседями. Ничего страшного, будут и другие. Ну, блин, ничего страшного. Тетушка выживальщика. Подходит. Да-да-да. Your own shit done. Пойдем. Смотреть, что там можно сделать. Так, скинем эмочку, возьмем арбалетик. Ну да, пистолет я у этого типа оставил, да? Блин, ну ладно. Так, кучу всего. Тетушка, поиск материалов. Это сюда нам. Охренеть местечко. И тетушка-выживальщица аж вот там же. Ничего себе. Вот это поездочка сейчас будет. Возьмем тогда эти... Как они называются? Чипсики. Так, ну и поехали. Так, отлично. Мне интересно, они там выживут после этого джаггернаута? А, все, понял. Я забыл, что теперь на карте помечаются желтым цветом эти зомби. Так. Ой. Это я зря сделал.
even want to know what makes the air taste so bad. Так, типы, типы, типы. Куча типов здесь тусуется, офигеть. Охренеть, их просто дофига. Так, здесь что? Какой-то импровизированный ванпост. Перестрелка в клинике. Не, я все, я в этом не участвую. Пускай вас там убивают. Я уже устал от того, что я, блин, теряю людей на ровном месте. Тут какой-то УАЗик. УАЗик стоит. Отлично. Посмотрим, что за джип. Бам, башку отрубил. Так, 6 мест, да? Такой прикольный, я бы его забрал, кстати. Он вроде целый. Да? Такой прикольный. Ну, оставим пока его здесь. Может, он получше будет, чем мой сейчас. Здесь, кстати, 1506 участников. Здесь есть еще одно место для под базу. Так, ну и чё тут? Yo, I got a good feeling about this place up ahead. Hmm. Не успел. Ну, будем так тогда. Сейчас их подчистим, тут это местечко. Да, чё-то их дофига тут. Не видно еще ни хрена. Ничего, друган, ты там ходишь. Опа. Готово. Окей. О, алкашка. Так, отлично, отлично, отлично. Я надеюсь. Ой. Так, поехали. Чё, я всех убил? Блин, промахнулся.
Так, мне не нравится этот звук. Вон их сколько, офигеть. Да, дверей больше нет. Ой. Так, отлично. Еще крикон. Все? Я надеюсь. Hello. Тетушки нет. Так, найдите аварийный план тетушки Сандра. Так, ну и что? Ну и что ж? Тут тип какой-то есть, кстати. Его слышно. Патрончики. Хорошо. Success. Ножичек. А вот и план. Well, what a relief. I found one of my aunt's prepper plans. It's in code, but if I decipher it, maybe I can figure out where she went. Так, говорит, нашли план, но он зашифрован, надо раскодировать. Так, ну закинем пока это все сюда. Так, надо еще заехать к этому посреднику, забрать там что-нибудь. О! Точно такой же, что ли? Или нет? Сила, темп стрельбы. Другой, да. Помедленней. Так, а что мы нашли? Еще один мешок, да, с патронами, лопата. Мне это надо. Так. Not enough pockets for that. Все. I hear something. Так. Ну здесь всякая хавчик. Опа. Это что такое? Что это было? Блин. Офигеть, их тут наспаунилось, кстати. Трэш. Да, блин, да что такое? Почему я не попадаю? Так, это сюда. Может быть, заправить тачку. Места вообще тут ни хрена нет. Починить и заправить, может быть. Магазин.
Надо было взять кого-нибудь из этих, из NPC. Блин, там собака где-то. Вон она. Даже проехался. Есть, на. Готово. Так, заценим, что здесь есть. Мне бы пару мешков с материалом было бы вообще идеально. Тут туалетная бумага. Возьмем ее. Мачете. I can't carry that much. Мачете убивает, да? Всяко здесь и будет, да? Да, ништяк. Фух, так, ладно, погнали тогда отсюда. Так, последний поиск материалов. Это нам аж сюда. Вот, наверное, сюда вот заехать и там глянуть. И вообще у меня бензина мало, надо залить его. Так. Бензолиум. No room for that. Как выкинуть-то, блин? Места вообще нет. Так. Так, все, отлично. Заливаем бензик и погнали отсюда. На эту тачку, конечно, столько бензика, походу, будет уходить. Но для там еще одного мешочка место найдется стопудово. Блин, у меня такая плохая идея есть. Завалить этих типов все. Понятно. Все, я понял, я поехал отсюда. Вопросов никаких нет. А почему поиск материалов проваленный? Я что-то не понял. Это что, на время, что ли, дается? Очень удобно. Так, здесь ничего нету. Здесь вот тачечка.
Ага. Так, а нам куда-то здесь направо. Здесь что такое? Так, заедем сюда, посмотрим. Я надеюсь, нас тут не захавают. А что такое? As long as this is plague territory, this place ain't never gonna feel safe. Да-да-да, я знаю. Так, давайте посмотрим, что у нас тут происходит вообще вокруг. Заняты чудным сердцем. Блин, вот сейчас пока играл на телефон, позвонили 9 раз. Я ответил на 10. И оказывается, ошиблись адресом. Представляете? Кучу всего, что я не могу нести. Надо мне срочно этот доехать до аванпоста, скинуть лишнее. Так. Ага. Понятненько. Screamer spotted. Seems like nothing more to see here. Да? Хм. По результатам наблюдения, плотность населения в области под названием Трамбовали ниже ожидаемого. Гражданам предписано при первой же возможности перемещиться в область под названием Трамбовали. Доктор Хоффман. Так, ну... Вот здесь вот можно посмотреть, да? Что тут есть? Всякое что-нибудь найдем. Мешочек какой-нибудь там на спину одеть. О, топливо. Скинем вот это. Топливо нам подходит. Ваба-ваба. Так, бросить. Спешка можно. Так, что-то я. Нафига мне нужен, да, этот список. Выкинем. Хотя. Тачку можно было бы, конечно, сейчас отремонтировать, но. Зачем? Тоже нормально работает. Так, ладно, поехали тогда до посредника, да, получается. Так, правильно, правильно. Не помню, если честно, где он находится, надо метку поставить. Офигеть, их там много. Посредник. О,
Перестрелка? Нет, я туда не пойду. Никаких перестрелок. Хватит мне с меня этого. Я бы вот в гаражик бы заехал. Посмотреть, что там происходит, но не здесь. Вау. А ну-ка вот это скопление уничтожить. Так, собака пускай здесь тусуется. Так, это здесь может быть заездик есть. Может быть, он всегда был, я его просто не видел. Ой, здесь можно посмотреть, что там есть. Может быть, найдем еще один мешок. Так. Ага, да, здорово. А, у меня места-то нет. Или есть? Так. Так, о. О. Так, а что еще есть? Давай что-нибудь еще возьмем. Ну, на калаш, например. Так, собрать патроны. 12 штук всего. Вообще. Изи. А, есть еще вот эта вот штука, да, какая-то. Создать патроны. Мне вот что-то вот это вот нравится. Убить джиггернаутов штурмовым оружием. Блин, долгоиграющие, да? Застрелить выродков. Это делается. А вот это что такое? Задавить крикунов машиной. Так, дровяная печь. Блин, а чё бы нет? И смотрите, что у меня есть. Офигеть. Он еще с зумом. Да? Опа. И не попадаем. Понятно, надо ниже брать. Так, поехали тогда вот сюда вниз. Смотрим, что тут есть. Вот так вот. Дела и решаются. А, нету места. Мне кажется, что там этот есть болеон. На, не, вон он там. Блин, еще пробежали. Блин, а этот урод умный. Все, значит, пробежали по этому, ну, по... Пробежали, перелезли через забор, а этот, он прошел через калитку. Интересно. Так, быстро, не будем задерживаться, просто сейчас посмотрим, что здесь есть. И поедем. Тут ни хрена нету, поэтому поехали отсюда.
Ага. Так. Чтобы место освободить, можно еще заправить. Офигеть. Только заправил и еще заправьте, пожалуйста. Так. Что нам с этой тетушкой-то делать? Надо ехать на базу. Там, по-моему, фишка в том, чтобы я, ну, сделал этого, как его, героя, или как он там называется. Начальник, короче, нужен. Начальника у нас нет. Зато есть куча скоплений. Ага, вот он. Вирядок. Вирядок, ну-ка. Ребята, будете по нему стрелять? Нет? Ну ладно. А там вот этот есть крикун. Ладно. Every soldier is told to respect the orders of your CO. Right there in the oath. You can't follow an order. You don't believe. А почему по ним никто не стреляет? Странные, конечно, у меня специалисты на базе тусуются. Чё такое? Я не понял. Я типа не попал? Бред, блин. Ой, патрона места нет. Интересно. Yo, what up, people? Так, и чё, он теперь может стать этим крутым типом? Нет, чуть-чуть еще, чуть-чуть буквально. Житель ранчо, да идите в жопу, ребята. Реально. Вы чё, типа, ну, подумайте вообще, что происходит. У вас там джиггернаут, блин. Они мне говорят, чтобы я это... Пошел, значит, и поубивался. Нормально, блин. Так, вот еще один. Ну вот интересно, он типа вот так, что ли, бьет? Да. Слишком большая дуга. О, окей. Yeah, I fucked up there. Так, если что, мы отсюда просто... Да давай, ты чё? Ну давайте, идите сюда. Йоу. Карту нажал вместо этого.
Так, потеря патрона. Эй, дружище. Это, наверное, прошлый владелец этого дома. Блин, этот. Просто так его не убить, да? Понятно. Так, ну дом пустой, тут больше ничего нету. Просто, ну, так вот сделаем. Так, хорошо. Съездим, наверное, до того дома и сильно затягивать тоже не хочется. И так уже много времени прошло. О, еще один. Ой, как много вас тут. Вот это толпа, кстати. Все, да? Героем стал. Поехали на базу. Сделаем его героем и закончим на этом. Блин, тот бы джип забрать. Что-то прямо он у меня из головы не выходит. Какой он прикольный. Так, все. Герой. A hero. Так, а кто он у нас? Торговец. Ну, пускай будет торговец. Назначен лидер очередной. Круто, круто. Я думаю, все на этом пока закончим. Продолжим в следующей серии. Ну, я не знаю, что я тут особо... С этим с местом закончили, да? Вот здесь у нас преступники живут какие-то. Нужно пару человек набрать. И смотрите, что тут есть. Большие ячейки снаружи, две штуки. Тут зачищать, по сути... Так, это значит, вот здесь походу где-то... Опа, полезные друзья. Все, и с полезных друзей начнем это задание делать. Что-то просто видите, заданий не было, и все. А на этом все. Спасибо, что смотрели до конца. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, комментарии. Ну и все. Всем добра. Всего хорошего. Пока.